Обратите внимание, как ведут себя люди на открытом пространстве. Они неосознанно оценивают расстояние друг до друга, чтобы никого не задеть и не столкнуться. А вот в толпе, когда расстояния сокращаются, могут возникнуть конфликты. Вот как на лавочке сидят чужие люди, а вот так знакомые. А теперь посмотрите на эту девушку. Ничего необычного. Но оцените расстояние от телефона до нее. Телефон и тот человек, с которым она общается, как бы входит в ее личное пространство. А ведь мы не всегда точно можем знать, с кем именно мы ведем беседу. Кто на том конце интернета? И чем заманчивее предложение, тем вероятнее опасность. Неизвестно, чем может обернуться общение с неизвестным адресатом, если ты с ним один на один. Поэтому чаще обращайся за советом к родителям или учителям, тем, кому ты доверяешь, чтобы избежать проблем. Помни, что друзей не может быть много. И не допускай нарушений твоего личного пространства ни в жизни, ни в интернете.